перепутали свой бензин с государственным. В Перми вынесли приговор двум бывшим полицейским. Их обвинили в хищении горюче-смазочных материалов, выделяемых для нужд подразделений. Общая сумма ущерба 11 тысяч рублей. За ходом процесса следила наша съемочная группа. Действия одного из фигурантов дела квалифицированы как мошенничество, именно хищение денежных средств путем обмана либо злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. И также по одному эпизоду преступной деятельности, как служебный подлог, это внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. Второго фигуранта обвинили в подстрекательстве к мошенничеству с использованием своего служебного положения. Махинации с казенным бензином выявили сотрудники службы собственной безопасности. Своими действиями подсудимые нанесли государству ущерб в размере 11 с небольшим тысяч рублей. Бывшие полицейские вины не признают. Прошу суд оправдать ввиду того, что в моих действиях нет состава преступления. Ваша честь, преступления не совершал. Виноватым себя не считаю, прошу оправдать. Теперь уже бывших сотрудников МВД приговорили к штрафу в размере 200 и 120 тысяч рублей. Также обоим осужденным запрещено занимать государственные должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью сроком на полтора года.